Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зип, у меня на канале Ретро-игры. Продолжаем рубрику Ретро-игр, и на сей раз Underground 2. Need for Speed Underground 2. Да, я не мог пройти эту игру стороной. Да, была похожая игра Underground 1, которую многие из нас играли и выросли на этой игре. Но Underground 2 был, на мой взгляд, более культовым. Underground 1 на волне популярности Форсажа очень хорошо сыграл свою роль. Но Underground 2 был изюминкой на торте, считаю я, в той эпохе подпольных гонок и прочего подобного, что происходило на улицах в реальной жизни. То есть нам можно было в нереальной жизни, будучи пацанами, которые любят гонки, быстрые заезды и прочую фигню такого плана, погонять. Underground 2 не сильно отличается графически, не сильно отличается геймплейно, но он отличается некоторыми крутыми моментами. Например, свободой действия в городе. Да, здесь выбрана концепция игры в том, чтобы находиться в городе. То есть, помимо того, что мы можем выбирать какие-либо трассы, мы также ездим по городу, улучшаем свой автомобиль, выбираем какие-либо гонки, они будут по несколько штук доступны на карте. Помимо этого, добавили еще случайные быстрые заезды среди гонщиков, которых можно найти на улице. Это тоже было довольно-таки круто. Можно было сразу с ним посоревноваться и попробовать сделать его, что, в принципе, чаще всего и получалось. Ну, карьера мало чем отличается. Мы тоже играем за чувачка, который должен добиться успеха, собственно, дойти до вершины и победить, конечно же, самого главнюка и прочего. Приятель, тебе там понравится. Эта девица рвет там всех вдоль и поперек. Не думаю, чтобы кому-нибудь удалось порвать тебя. Мы тут заждались, так что не томи. Посмотрим, кто кого. Это полный улет. Скорее жми сюда. Алло? Окей, все идет по плану. Появилась только одна маленькая проблема. Я верила, что ты захочешь развеяться и сменить обстановку. В боевью свяжись с моей подружкой Рэйчел. Она молоток. Обещала дать тачку взаймы. Поставит в аэропорту. Машинка ее детище, храни ее, как зеницу ока. Все. Удачи, увидимся. Саманта. Типа приехал, типа надо что-то уже делать. Слушайте, я, если честно, не помню русскую озвучку.
И она сделана здесь профессиональными актерами озвучивания. Очень хорошо сделано. Прям мне понравилось. Да я понял, давай уже поехали, я... Итак, на экране статистики карты приводят сведения о визуальном рейтинге твоей машины, а также общие статистические данные для просмотра информации. В текущем этапе щелкни на пиктограмме стрелки вправо. Понятно. Я вам скажу, что физически машины, по-моему, ну, стали немножко более реалистичными. Также появился вот такой вот квест-хелпер, насколько я помню, в Underground 1 такого не было. То есть вот эта стрелочка, графика чуть-чуть получше. Я специально не ставил никакие моды, а их очень большое количество. То есть на эту игру выпущено такое количество модов, вплоть до того, что тут можно поставить винтер-мод. То есть винтер-мод добавляет зиму. А, вот. И как-то все это сильно мне показалось... не очень интересным, поэтому я решил оставить игру полностью в классическом виде, вплоть до того, что сейчас разрешение на экране 1920 на 1000, вернее 1280 на 1024, то есть нестандартное разрешение, Full HD тогда, как, конечно же, не было, но есть моды, которые увеличивают разрешение до Full HD. Я тоже не стал его ставить, оставил классический. Обратите внимание, я как уже еду по городу, если вдруг вы не знали, вот это и есть крутая, самая крутая была фишка, почему Underground 2, собственно, переплюнул Underground 1, это то, что мы можем ездить спокойно по городу и можем, как, я не знаю, в том же самом GTA просто-напросто беспределить, ну, правда, за рулем только. Итак, наш гараж, заехаем. Нам дали эту тачку на прокат, потом нужно будет, опять-таки, как и в первой части, купить свою. Ну и, собственно, дальше ее тюнинговать, различным образом улучшать, делать обвесы, менять двигатели, улучшать и так далее. Короче, классический вариант. Очень неплохие на тот момент комиксные мультики такие были, то есть они рисованные, не какие-то не особо анимированные, но, тем не менее, прикольно это было выглядело. Надеюсь, ты ее не поцарапал? Нет. Сэм говорит, что ты гонщик. Так заведи свою тачку. Самогонщик. Пора раскошелиться. Ну вот, про это я и говорил. То есть нам с аэропорта дали доехать и дальше покупаем свою тачку. Опять-таки, во втором андеграунде такой же наикрутейший, просто бомбический саундтрек. Просто персик. Крутейший. Помните в, помните в первой части, когда я играл, я говорил, что брал себе Nissan. Я спутался в второй части. Nissan 240SX, я всегда себе практически его брал, когда проходил эту игру. Мне он всегда нравился. Он классный, он мне нравился. Друган у меня брал потом, один из друганов, вернее, брал вот этот Peugeot постоянно. До самого-самого конца проходил именно на этой тачке. Я напомню, что игра 2004 года. После этого, к сожалению, компания EA Games начала клепать просто-напросто разные Need for Speed, которые... потом перестали выстреливать. И каждый год выпускалась какая-то новая часть, которая не приводила людей в восторг. Например, тот же самый Карбон. Хотя многие скажут, что Карбон это крутая, но я скажу, что она мне вообще не понравилась. Следующие части, которые мне понравились, это Most Wanted. И то я изначально к ней очень скептически отнесся, потому что она была, ну, полностью... аркадная. И там вот это меня поначалу раздражала фишка, то, что нужно все ломать. То есть, чтобы заработать престиж и узнаваемость у копов, нужно было все ломать. Но об этой игре немножко позже. Я ее обязательно запишу для вас, если, конечно же, она у меня запустится. Но я думаю, там есть какие-либо моды. У Most Wanted также были переиздания в 2012, по-моему, году. Абсолютно неуспешная, на мой взгляд. Во-первых, и продажи были хуже, и контент был частично вырезан. Я не знаю, зачем это было сделано. Просто надо было сделать красивый, умный ремастер и мозги не делать. Но я не знаю, что там произошло.
С модами, по-моему, лучше эта игра выглядит, чем без модов. Так, мы едем на точку, и думаю, сейчас там будет первая гонка. Саундтрек бомбический просто-напросто. Можете уже, кстати, поставить лайк, если вам не сложно. А для меня это дополнительная мотивация. Ну и, конечно же, поделиться этим видео с кем-нибудь из друзей. Может быть, кто-то добавится в мои подписчики, и мы добьем до Нового года. Тут чуть-чуть совсем осталось, 300 подписок. Да, тачка пока не улучшена. Она вообще, она просто архи тупая, тормозная и вообще не едет никуда. Я не понял. Ага, понял. Внутри дворика. Упс. Конечно же, конечно же. А, это гараж по улучшению. Не помню чего. Гараж. По вопросам гонок, не в справочную, а ко мне. Расскажу много интересного. Добро пожаловать в реальный мир. Если знаешь, где а то есть какая-то, да? Справочная, специальная, по гонки подпольным нелегальным гонкам. А, алло, справочная, подскажите. Кстати, город довольно большой, то есть даже если склеить все гонки, карты и прочую Underground 1, то город здесь гораздо больше. Там его вообще по сути не было, то есть трасса, гонка, все, пожалуйста. Мне очень сильно здесь нравилось нововведение дрифт по спринтовой карте, то есть карта, которая не кольцевая, трасса вернее, не кольцевая, и по ней нужно было дрифтить. Давайте ее не будем слушать, чтобы не тратить время. Пока что не возвращаемся в город. Ну, я так понимаю, что у нас просто-напросто ничего из денег нету. Ну, все еще закрыто. Самое настоящее царство запчастей и шестеренок. А еще тут есть полный набор инструментов. Так что можно... Также я увлекался регулировкой автомобиля. То есть я делал тонкую настройку на многие свои автомобили. И, соответственно... Отстраивал под себя. Это ко мне пришло именно со второй части. О, господи, говорю. Именно... Неправильно выразился. Это ко мне пришло с пятой части Need for Speed. Там очень сильно я любил настраивать автомобили. Особенно, когда это касалось скоростных каких-то автомобилей. Например, тот же самый Porsche Moby Dick. 926, если мне память не изменяет. Могу ошибаться. Очень нравилось. Итак, у нас первая гонка. Это Street X. Понятно, погнали. Это дрифт. А, нет, это кольцевая на выбывание, по-моему. Ну ладно, не важно. Разберемся сейчас. Да, это маленькая кольцевая гонка с тупыми дебилами. Ой-ой-ой, что вы творите, идиоты? Кстати, вот эта вот маленькая кольцевая гонка как раз таки иногда добивала жопу, блин. Потому что ты мог ехать там 2, 3, 4 круга, по-моему, даже бывает и 8-круговые трассы. А потом ты где-нибудь вот так вот в угол вписываешься, всех в итоге пропускаешь вперед и, в общем-то, остаешься сзади и заново гоняешь эту карту. Это так раздражало на самом деле. Но, опять-таки, не без этого, это же гонки. Одна ошибка, и ты в конце просто-напросто. Три круга. 49, ну почти 50 секунд я потратил на эту гонку. Заработал 250 баксов. Ладно, возвращаемся в город. Дальше едем по следующей трассе. Вот это у меня, кстати, вот несколько меню выпадающих. Типа... Слушай, ты, конечно, ездишь нормально. Но здесь надо ездить как сумасшедший. Надо отрываться от соперников. Я езжу нормально. Всегда раздражало вот это сохранить, перезаписать. Да, вы уверены? Блин, да. Сейчас вообще никто не спрашивает. Перезаписать, да. Все. Дальше твои проблемы. Кстати, вот эти вот оранжевые гонщики на карте, если вы видите, а вы видите, это и есть уличные чуваки, которые просто ездят и хотят жажды скорости.
Но мы поедем немножко в другое русло. Так, хорошо. Окей, погнали. Это у нас что? Drag Racing. Понятно. Drag практически ничем не отличается от предыдущего. Кроме того, что, ну, немножко другие трассы на открытых местах. Просрал слишком поздно. Понятно. Понятно. Будем сейчас... Итак, друзья, я разобрался с управлением. Там, естественно, все было перемешано. Не так стандартно, как раньше было в большинстве гонок, в том числе в Underground. Теперь я не должен, собственно, протупить. Слишком рано. Хорошо. Будем подрезать. Безупречно. Мне еще тут хотелось отметить то, что в новом драге, ну, как говоря, имеется в виду новый относительно первого андеграунда, то, что здесь добавили еще машины, вот так вот можно было резко их подрезать и накапливать тем самым себе закись азота. Да, она здесь накапливается, не просто выстрел, как в первой части, а она накапливается с помощью опасных всяких разных трюков и тому подобное. Близко проехали, крутой занос там и прочая такая ерунда. Это тоже было крутое нововведение, которое имело место быть. Потому что каждый раз заезжая в гараж, как бы, ну, в первой части предполагалось, что ты там перезаряжаешь свои баллоны с азотом. Здесь же, собственно, нет такой возможности постоянно катать. И ты должен был каким-то образом пополнять свои баллоны с закисью азота. Вот такой вот способ придумали. Он, конечно, нереалистичный, впрочем, это и не симулятор, а аркада по большей части. Ну и он имеет место быть. Вот так вот близко проезжали, видите, уход от столкновения, и в закись азота шло, или ашота, проще говоря. Стритовая гонка, обычный классический стрит, точка А, точка Б. Я, кстати, очень сильно любил вот с таким вот видом ездить. Сейчас он мне кажется непривычным. Дико прям непривычным. Но я очень любил с ним ездить. Я прям не мог понять игроков, которые вот так вот ездили. Хотя сам изначально начинал гоночки все вот с таким вот видом. Ай, какой саундтрек. Ай, какой саундтрек все-таки. От вас жду обязательно комментарии, с какой Need for Speed вы первый раз познакомились в своей жизни. Напишите обязательно, мне очень интересно. В первом андеграунде некоторые отписались, но просмотров гораздо больше, чем те, кто отписались. Поэтому жду от вас комментарии и в этой части, какая андеграунд была у вас в жизни первая. Какая андеграунд, говорю, какая Need for Speed, прошу прощения. Какая Need for Speed была у вас первая. Уровень сложности средний, но я также скажу, что как и в Underground 1, игроки, компьютерные игроки, потом в дальнейшем подстраиваются под сложность. А почему он был на островке безопасности? То есть, чем дальше проходишь, тем они сложнее действительно становятся, несмотря на легкий, средний или тяжелый уровень сложности. Очень дергает машину. Скорее всего, потому что я давным-давно не играл в нечто подобное. И вообще, в принципе, в гонки я давно не играю. Как-то перерос этот момент, не знаю. Однажды я заметил, что они просто перестали меня интересовать. Трасса пройдена за 2 минуты 4 секунды. Неплохо. Возвращение в город. И, естественно... О, дождь. Видите, как выглядит дождь. А как прочитать? Я хочу прочитать. Общий процент. Да, вот здесь статистика, визуальный рейтинг, общий процент прохождения, на счету сколько денег, всего гонок, побед, процент побед и так далее. Гонок, стили какие пройдены. Да, в игре еще можно собирать обложки журналов, что довольно-таки прикольное нововведение было. Я не помню, как сообщение читать.
Ладно, хрен с ним, поехали. Ой, простите, пожалуйста, извините. Я вас там не сильно помял. Где-то здесь трасса. Вот, кольцевая трасса. Прекрасно. Кольцо. Такое долгое перетыкание скорости. Это ужас просто. Передачи. Рекламы, кстати, здесь присутствует. Понтиак. Только что слева была реклама. Они наверняка заплатили за это неплохие бабки, чтобы в популярной серии игр была их реклама. Ну и, в принципе, здесь все автомобили лицензированные. Вот этот все время каверзный поворот такой был, который нужно было наловчиться въезжать быстро. Но это не про меня и не сейчас. Не сейчас про меня. Вот, с ручником. Видели, как входить надо? Не надо. И все равно, можно сказать, что я полностью остановился, и эти дурачки меня не догнали. Потому что они сейчас на уровне дурачков. Да, ездюк из меня никакой. Вот прям ездюк. Не водитель, не гонщик, а ездюк. Вероятно, еще сказывается то, что сейчас мой основной монитор растягивает картинку мне на весь экран, в отличие от вашей картинки, которую вы сейчас видите на экране. Но нет, скорее у меня просто руки кривые, да и все, ездить не умею. Я это признаю, я не спорю. Я не брался играть здесь на профессиональном уровне, показывать вам какой-то мастер-класс, тем более на самой начальной машине, с самыми начальными, по сути, настройками, без какого-либо тюнинга. Просто вспомнить, даю вам немножко информации о том, что было, как было, и вообще, на самом деле, прикольно было. Это второй круг заканчивается. Третий пошел. Я, кстати, в гонках, наверное, с Need for Speed 4 или даже третьей части всегда ездил на ручной коробке передач. Мне это нравилось. Мне нравилось то, что я могу это контролировать. Мне нравилось то, что я могу вниз сбросить, вверх поднять и так далее. Но чаще всего приходилось сбрасывать вниз. Вот этот, блин, угол так мне и не дался. Потому что бывает, особенно в некоторых частях Need for Speed, почему-то автоматическая коробка передач прям подтупливала. Прям она настолько подтупливала. Вот здесь, во второй части тоже. Бывает такое, что нужно по оборотам переключить вниз, но он держит наверху. Потом автомат пытается сбросить вниз, а потом обороты вдруг поднимают. Короче, много различных проблем. Я, кстати, все углы собрал. Можете поставить мне за это лайк. Господи, ну да, какие-то проблемы у меня с управлением, с ориентацией в пространстве, но не с ориентацией вообще, не надо. Прошел кое-как трассу, кое-как — это вот прям правильное слово. Вот эти вот фиолетовые сообщения, они говорят о том, что мне дали какую-то возможность погоняться где-то и выиграть дополнительный предмет. Я не помню, как их читать. У нас вот есть дрифтинг. В смысле? Зачем ты выключил? Мне надо включить GPS туда. А нахер надо? Она здесь прямо находится. Но иногда помогает. На самом деле навигатор, GPS-овский навигатор, очень помогает. Особенно когда вот такие вот развязки всякие разные на дороге. Видите, с правой стороны по карте. В них довольно тяжело было ориентироваться. Можно заблудиться. Обычное кольцо. Просто дрифтим. Все по классике, как и было. Но не один. То есть помните, да? В
первой части, там было так сделано, что ты один как бы дрифтил. И общий счет складывался. А здесь вот прям можно хорошенечко надрифтить, помешать этим всем дурачкам. Они просто едут прямо. Им вообще не, им не важно. Классический вариант. Хорошенько раскачать и перевернуть. Ах да, это не GTA. Черт. Разгоняемся. Ручника дергай. Ручника дергай. Я помню, мы как-то с пацанами дрифтили. У другана была машина Волга 3110. Второе место? Вы охерели, что ли? Они ехали тупо прямо. Не-не-не, начать сначала. Вы прикалываетесь, что ли? Я должен сделать этих козлов. Да. Да нет. А чё быстрее? Не хочу я быстрее. 11 тысяч, опять второе место у меня будет сейчас. Сколько я очков потерял? Да хренище потерял очков. Не, братан, я хочу тебя сделать. Это дело принципа. A few moments later. Да, такой дрифт, конечно, выглядит очень-очень уныло и печально. Ну, давай. Вот, я о чем и говорил, блин. Как будто бы я на заглушенном двигателе одно время ехал. Серьезно, вы видели, он доехал, было 12, по-моему, тысяч у него, потом херак, и у него стало вдруг внезапно 18. Я не знаю, с чем это связано, возможно, со сложностью игры, конечно же. О, пацану по ногам проехал, нормально, пойдет. Костоправ на выходных, ну это все, сразу можно заново начинать. Мне кажется, я первое место не смогу взять. Очень большой отрыв. Я просто не понимаю, как можно надрифтить столько. Ого, уже по второму кругу меня обогнали. Второе место! Ну, братцы, вы видели? Вы видели? Я старался. Там чуть-чуть осталось, на самом деле, я просто не вижу смысла страдать. Хотя можно ее еще раз пройти, то есть нужно по-любому первое место взять, чтобы закрыть. Но я думаю, что на этом можно закончить данную серию. Если вам понравилось это видео, нахлынули какие-то эмоции, вы хотите со мной поделиться информацией, обязательно напишите комментарий, не забудьте поставить лайки, приходите на мои стримы, расписание и график вы можете почитать в вкладке «О канале». Также выходят различные другие видосы по новым играм, по старым, вот. И, естественно, еще выходят
новая рубрика, ну она уже не новая, но так себе новая рубрика «Трэш-игры». Я и нахожу самые странные, страшные, унылые и очень печальные игрушки, и тоже их выкладываю геймплей, чтобы вы посмотрели, какой все-таки трэш люди выпускают. Берегите себя, всем удачи, пока-пока.